Но в сети уже появилась куча мемов на тему коронавируса. Пользователи цинично шутят о чуме, которая вошла в чат. С каждым днем интернет пополняется новыми тематическими рисунками и колкими фразами. В основном под остроты попадает популярный китайский сайт с недорогими товарами. Пользователи иронизируют, мол, открывать посылки лучше в скафандре. Хотя специалисты на днях подтвердили, такая доставка вполне безопасна. Есть шутки и про Благовещенск, от него до Китая меньше километра по реке Амур. А еще о том, что неубиваемая модель сотовых телефонов уж точно останется после опасного вируса.